Внимание! Приглашаем участников и ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, занять почетные места на нашем торжественном мероприятии. Thank you.
9 мая наша страна отмечает 76-летие Победы. Один из величайших праздников в истории нашего Отечества. В судьбе каждого российского города и села, в памяти каждой российской семьи. Торжественное мероприятие, посвященное 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов считается открытым. Внимание! На государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы смирно! Волжане и гости нашего города. Сегодня мы отмечаем, без преувеличения, самый главный праздник в нашей стране – День Победы. День Победы многонационального советского народа над немецко-фашистской Германией. 4 года длилась эта тяжелая и кровопролитная битва, битва за свободу нашей страны. Бойцы на фронте, в окопах, в море проявляли героизм, приближая нашу победу. Слово протоиерею Виталию Михееву. Также для приветственного слова приглашается клирик. Праздником. Праздником. Спасибо.
бригады. Танцевальный тоже мальчик ходили. Ведь это правда, что устали мы от рассказов по войне и о блокаде прочитали. Стихов достаточно вполне. Чтоб снова на планете мирной не повторилось той войны, нам нужно, чтобы наши дети об этом помнили. Ведь это память, наша совесть, она как сила. Гордятся волжане своими земляками. Высокого звания герой Советского Союза были удостоены 4 человека. О событиях Великой Отечественной войны написаны десятки тысяч книг. За этот период в городе Волжске количество участников бессмертного полка возросло от 1,5 до 5 тысяч человек. Дорогой ценой заплатила Волжская земля за победу. 8753 человека волжан приняли участие в Великой Отечественной войне. Не вернулись с полей сражений 3753 человека. Так высоко.
все это не было и не априорита. Ты сладкая и жестока, как время. Позвучи чуть-чуть, я все равно не хочу расставаться с воздухом тебя. Расставаться с воздухом тебя. Расставаться с воздухом тебя. Thank you.